невозможно предугадать, сколько тебе нужно приготовить крупы на семью. У нас всегда остается, поэтому придумываются всякие салаты. Сейчас покажу, что сделать с остатками вареной киноа. Запеченный батат. Корн-салат, но можно абсолютно любой. Можно, например, кейл или там вообще любую смесь, какая у вас есть. Мне нравится этот, потому что он такой красивый, кудрявый. И авокадо. Берем тахини, хороший. Немножко сиропа топинамбура сюда. Можно немножко добавить сюда воды. Немножко загустеет и пробуем. Класс. Если вам мало сладости, можно просто сиропа топинамбура добавить. Очень вкусно. Пробуйте приготовить. Делитесь в комментариях.